31 января в 12:30 в службу 101 города Одессы поступило сообщение о возгорании в подвальном помещении здания Приватбанка по адресу Греческая, 1. Уже через 3 минуты на место вызова прибыли 6 пожарно-спасательных отделений госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Как выяснилось, пожар возник в подвальном помещении, которое арендовал частный предприниматель. По словам начальника пожарно-спасательной части номер 1 Николая Александрюка, звеньями газодымозащитной службы были выведены из подвала 4 человека. Двое из которых, 49-летняя женщина и 46-летний мужчина, с отравлениями продуктами горения были госпитализированы. В 13:30 пожар на общей площади 5 квадратных метров был ликвидирован. Причины пожара выясняются.